Тут ты не то показал. Вот. Вот, во! Да, вот это вот реальная толщина льда. Ну, это почти уже УАЗика держит. Да. Ребята, здрасте. У нас сегодня красота. Ночью была двадцатка. Деревья все в инии. Сейчас поедем глянем на Вилю и посмотрим, что там у нас произошло. Зима-зимой, да. И мы с Юркой на гальяна. Что там уже лед вот такой, наверное, да? Ой, я пишню на всякий случай бросил, чтобы топором можем уже и не вскрыть. Друзья, рад вас приветствовать на своем канале. Давайте начнем. Все-таки год ждали. Смотрите, какая красота. Парк весь белым-бело. Вообще. Зима зимой, короче говоря. Так резко, кстати, наступило, да, в этом году? В интернете 9 градусов показывают. Вчера 9 градусов, на градусе 15 градусов. 15-20, сегодня, ага. 20 градусов. Ну, реально. Вчера все равно 9 показывал. Да, нравится им эта цифра? Нравится. 9 градусов. Не, ну да, я сегодня вышел, у меня 10 показало. Ну как, в 10 часов 10 градусов показало. Другой микроклимат. Мы же в Баян. Ну да. Ну у нас все равно еще как бы зима так бы и не началась, как бы. Так бы. Так просто. Легкое начало, как бы. Ну сейчас бы заморозило все. Да. А потом бы отпустило. Да. Вот сейчас снега нападает конкретно. Будет замечательно вообще. А там за окошком лес. Вообще весь в инии. Шикардос такой. Найду я. А они отдыхают. О, смотри же, ребята какие уже, да, упитанные. Ну, красота. Добряет. Но. Седой весь лес. Ай-яй-яй, красота. А что, мой след последний, да? Все, корчаги не проверяют, мужики, что? Ну, зачем? Зачем, да? Видимо, рабочая неделя. Ну, уже практически никакой опасности нету. Все просто замечательно. Достанем? Да-да-да, достанем. Достанем. Ты чё, пушню пока не берешь, да? Как последняя надежда. Ну, я понял. Пойдем. Не, ну тут уже и так, лед толстенный конкретно. Никакой этой нету. Конечно. Ага, проверял. Здесь стоит. Нифига, лед, смотри, какой толстый. Вот это вот кромки. Здесь, ой-ой-ой. Ну здесь да. Специально это оставил. Вот. Пораздул. Да, тут уже, слушай, спокойно на машине можно выезжать. Ниву выдержит. Ну. Резко наступила зима в этом году. Бывает. Дом туда вальяжно долбишь одной рукой. Ага, здесь надо, да. Ой, да, конечно, толщина. Под двадцатку уже. Толщина грандиозная. Угу. Смотри, да? Да, и это как бы уже... Не в прошлом году. Вот в прошлом году было потоньше намного. Да, вот эти. Да. Убрать надо. Вот смотрите, толщина. Это капец.
Да. Скоро на Буране будем ездить, да, Юра? Каждый год пора. Не будет, все хорошо будет. Я так думаю, все будет. Топ. Давай. Здесь парочка, да? Здесь парочка, пара и один. Пять штук. Сегодня, надеюсь, четыре останется. Ну-ка. Иди сюда. Что-то особо не едят. Что такое? Не, ну есть. Слава богу, хоть есть. Чуточку. О, карасик. Туда его, живцовый вид. Самый раз. Гальян. Поехали набирать. Так, какой у нас себя-то вообще? Ну-ка, крупный, нет? Дай заценить. Так себе. Так себе? Ага. Ну смотри, ничего, там сойдет, караси сойдет, есть. Сойдет. Караси, смотри, даже крупные караси. Караси? Да. Голодуха началась. Обычно редко. Так. Где ты их видишь? О, блин. Вон, смотри, какой. Ничего, карась. Карась, прям на сковородку. На живца отлично пошли. На живца отлично. А, ну, мы сегодня на садок возьмем гарантированно. Все остальные поработали. Все. Давай еще одну. Тогда завтра еще один день у меня будет. Для дома взять. Ню-ка, ню-ка. Ой, сейчас ее цеплять. Сразу прицеплять. Пошла. Так. Троечку снимем. Боже, как будто бы не ели, да? Подмазывать нечего будет. О, есть. Есть. Это. Хорошо. Крышка уже все. Ну-ка. От времени. Ну-ка. На. Подними. Не сказал бы, что много, но... У нас же хорошее место с яйцом здесь. Смотри, еще больше карась поймался. А? Еще один такой. Или это тот же? Еще карась, ага, есть. У-у-у. Не, ну хорошо, что? Что, пойдем на следующую? Сразу, смотрите, пока не замерзла. Ткань прилипает уже. Все, тут же, на выходе. Да и пальцы вон прилипают. Угу. Все уже, у нас, ребята, холода начались. Круто. Так и должно быть. Да. Сама лучшая стоит. Лучше. И вон там. Кстати, вот все лето думал. Ага. Что-то я не сделал. Я забыл ковчегу сплести. Да. Я же хотел ролик снять. Ну, жалко. Опа. Чего? Когда уже занялся, понял. Ага. Вот что я не сделал. Это мысль все время была. Есть. Не, ну ты посмотри. Но... На скол. Вот реальная толщина. Опа! Тут ты не то показал. Вот. Вот. Во! Да, вот это вот реальная толщина льда. Ну это уже УАЗик удержится. Да. Так что по озерам смело можно на этом. Слушай, МХ не поздновато ли будет? Каких? Ты что, самое начало? Да. Они могут до декабря МХовать, кто самые трудолюбивые. Я сейчас уже на МХ, наверное, скоро пойду. Попробую. МХ лопит, смотрится хорошо. Реликтовое, это как идет? Да. Там будет.
Так, ну что, хватаем, смотрим. Так, одиночка стоит под белым. Вот направление даю палочкой. Никогда не забудешь. Ну. Когда не забудешь уже. Ух ты. О, красивая. Тяжело идет? А, тяжело идет, да. Понятия не имею. Сильно переловить не должна. Раз так плохо ловится. Ну-ка, плохо. Нам хватит. Да хватает, конечно. Когда я пешком ходил, ага. У меня вот такого не было, чтобы два захода. Я же не мог все корчаги притащить. Ну да. Это очень потихоньку, там полмесяца, месяц. Такая возня была. Представляешь, вот оттуда с него прийти. Ну, через этот лес. Представляю. По одной. О! Она все равно переловила. Смотри, как красота. Карасей взяла хорошо, да? А, кстати, еще гальян надуется здесь. Первое время чуть похуже, чем потом. Ага. Не активизировался еще. А, на садок мы всяко разно беремся. Да. Норму возьмем. Еще же получается две, да? Да, мне надо 5 литров. Все. Ну, больше возьмем, получается. Красота. Ой, явка. Обыкновенная, да? Лечит коронавирус. Да. Погнали. Крайняя, да, у нас? Да, тут две. Ну, имеется в виду прорубь. Крайняя. А то смешу пробьем. Ага. Есть. Контакт. Ну-ка. Сразу зацепил, да? Моя подарочная, короче. Она много не ловит. Бывает, много ловит, когда хорошо ловит. Ого, красота. Смотри, какой бодаран. Что, карасей так много стало? Хорошо же. Знаешь, хорошо. Это же лучше, чем гальян, да, карась? Ну, лучше, ага. Мы вообще под воду заглядывали. Раньше, по первому льду, поинтересоваться. Гальян, короче, на течение ложится, да? Ага. И вот сворачивает вдвое, как баранку. Ага. Даже не шевелится. А вот... А карась и лец, они ложатся боком. И хвостом все равно это. Их не переламывают. То есть приманивают, да? Переламывают их так. Ага. Приманивают. Ну-ка. Дай-ка посмотреть. Приподними. Чуть-чуть. Вот. Так, и немножко. Ну, нормально. Ну, какая корчага, вот. Ага. Такой и улов. Я корчагу плетешь. Все учитывалось. Я даже могу показать, почему она не ловит. Почему? У нее спрос вот. Чуть ли не под 45, она потом раз выпадает. Ну, вот это вот сейчас просто не клев. Он, может, через пару дней пойдет. Может быть, но. Дней пойдет. Так. А почему бы не здесь? Долавливать? Или ты хочешь просто из интереса место поменять? Не, планировать не буду. О, слышишь, да? Что-то вот эти интересы, они что-то... Боком выходят. Боком уползают, ага. Если бы я сразу тут поставил, сегодня бы уже заканчивали. Это возьмем. Есть. Где-то хорошая дыра, что ли? Почему так откалибровала-то их? Красики. Крупняк, ага. Пока что не активно. Ух ты! Прям на... Бам! Караси одни, да? Да. А где же гальян-то? Ага. Гальян еще пока что... Ну,
зато крупный. Ну ладно. Хотя крупные, блин, живут недолго, да? Ну что, на садок есть. Все, это 100%. Потом она поднимается где-нибудь. В конце декабря поднимем, да? В конце декабря где-то, ага. Караси и гальяны все в этот перемешку. Круто. Так, кто у нас садком станет? Определяться надо. Почему она так калибрована? Где-то дырка, ага, большая. Сейчас будем там посмотреть у кота. Все можно выносить. Опа. Все. Поехали. Поехали. Клей тесто. Клеек. Интересно, завтра лучше будет клеиться. Скорее всего. Думаешь? Надеюсь. Ну это же даже в корчагу тоже зависит от давления, от погоды, от всего. Когда плетешь, надо это начало параллельно дну выводить. А-а-а. Они вот как здесь. Здесь очень хорошо жрут, она моментально отваливается, скатывается, все. Ну-ну-ну-ну. Тут она как все, как сверху отожрали, она на них упадет. Что-то пока что боится. В прошлом году-то ничего тут? Да. Нормально, сразу подняли. Ну мы сюда не сразу и приехали. Ну да. Конец же. В третьей части только. Да. Она успела тут устаканиться. Стыло уже на ходу. Ага, вот такие дела. И сразу прижаривать давай. И немножко нагреется. Уже не липнет. Градусов минус 10-то, наверное, осталось. Все. Хорош, да? Замечательно обклеено. И на костер. Прижаривать теперь. Оп. Потом еще придавливать придется ее. Потому что она стояла с позавчерашнего дня. Да, замечательно. Хлебушком запахло. Печеным, как в пекарне прям. А? Как в пекарне. Угу. Запах тальника. Об этом. И печеного хлеба. Печеный хлеб и тальник. Но... Гремучая тальник, смесь. Где еще понюхаешь? Да. Да. Здесь годы, когда это... Как и с грибами, и с брусникой, то же самое. Вот иногда уродится нормально, у всех есть. И грибы, и брусника. Один раз я месяц тут брал на этом озере. Месяц ходьбы. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Вот оно мне примелькалось тогда.
Да. То, что сейчас заехал, выехал. Ну. Маршрутика тут. Что, все что ли? Да. Ничего я быстро. Так мало объели, что видишь, сколько осталось. Остатку вот тут. Значит, у собак будет. Нет. Это как там? Клёцки. Ну да, да, да. Давай вот так вот. Хорош с неё. Поехали. Это уже руками запахло. Это уже не то. Сейчас мы. Может, она даже это, как поменьше поймалась, как. Она же не жженная была. А-а-а. Высохла. Вот-вот. Будет запашок. Специальный. Да не варить надо, нормально, новый купить, да и все. Варить, варить, ты че? Он в таком месте он легко сваривается. Под середкой. Так, тут, конечно, не наели еще. Здесь мёрзлая. А эту выровнять никак? А её ледоходом? Нет. Внутрь сейчас залезть. Пропейная же. Не надо. А, сейчас. Соберем. Не, надо еще пожарить. Еще подкинуть, да? Будет еще заезд. Все плохо обжарить. Сейчас не торопясь надо. Хорошо. Сейчас хорошо подброшу. Че, нормально? А? Нормально, прижарилась. Я тоже кушать хочу. Да не. Как в трубе. Да не, ну... Замерзнут? Мне кажется, замерзнут, ага. А вот тут главное не перегреть. Там он
посмотрим. Буду поглядывать. Карася много поплавало. Карася вообще. Ну, хорошо. Один раз весной я здесь. У меня андата устроила хатку. Прям садок стоял. Ага. Там я последний раз подолбил, она меня раздыхивает начала. И хатку натаскала такую здоровую. Прихожу весной, у меня хатка стоит. На корчаге. О, мой стоит, ага. И ровно на корчаге хатка стоит. И? Ну, раздалблю, все дело, хатку сношу, конечно, что куда деться-то. Ага. И карась лежит, еще хвостом бьет, а у него уже икра течет, все, Кондрат. А, и его разделал. Находит, а, вот такой карась. Вот это, короче, говорится о том, что все-таки андатра рыбу кушает. Ест еще как, ага, у него живот пропорот, она его уже начала есть. Мою песню услышала, убежала. Ну-ну-ну. Вот-вот, рыбу она кушает. Она сети кушает, хорошо. Отгрызает, да? Да. Удивительно-то. Ну, я же говорю. А в этом году у меня это, на утренней зорьке начинает светать. Что-то какой-то пенопласт кучи плавают по озеру. Что такое? Смотрю, моих уток щеки белые появились. Что такое? А, это андатра грызет манки твои. Ага, подъезжаю. У меня у манков щеки обгрызаны, там, бока обгрызаны, все. За ночь она успела. Дело поделать. Ага. Попроказничать. Такая куча пенопластов по воде плавает. За день до этого рыбу проверяли карася. Она, видать, пропахла карасем. Так. Стоят две лодки, моя и Стаса друг. Андатра почему-то его лодку выбрала. Такое решето с нее сделал. Моя целенькая рядом стоит. Ну, а у Женьки, а у Женьки, ты помнишь, это тоже та же самая история, только медведь ее разорвал вообще. Ага. Так не решето, а там ты вообще... Мы проезжаем мимо одного озера, мужики. Ай-яй-яй-яй-яй, что такое? Да ПВХ вчера купили лодку, говорит. Новую. Одна ночевка новая. Все, вот, говорит, в хлам. Андатры ночью ее сгрызли. Вывод, затаскивать надо. Подальше. Ну, вот, ну вот. У Женьки такой постамент есть специальный. Он сейчас ее так на постамент, на каркас такой ложит сверху. Mm-hmm. Отожгли? Достаточно. Все. Понеслись на озеро тогда? Да, сейчас вот эти три. И еще одну добавим. Все. Ага. Хорошо. Все, пошла. Родимая. Так, пусть лежит. Я буду как. А ты крышку не закроешь? О. В одной-то крышка убежала? Ну. Да не, ее можно взять все равно. О, корка льда за... За... Минут 25. Откинула. Тюм. Что замерзаем? Точно вчера забыл сказать, а? Да. Не, ну большая словилась. Все равно.
Ну, в этот раз будет нормально. Все, мы прожгли. Будет замечательно, мне кажется. Так, и для той сейчас прорубим. Маловато. Маловато будет. Маловато будет. И что, ледок, а? Ледок, ага, что надо? Не знаю. Давай еще чуть дальше, господи. Никто же не мешает. Блин, тоже. Не охота, чтобы она не сработала. Бум-бум-бум-бум-бум. Вот порвак это заходит, так? О! В принципе, попробуем. И вперед, да? Да. Большая елка. Не знаю. Чуть больше, наверное. А, хрен там, да? Да, шлёп, а то. Ну, поосторожней. Контузишь там всех подо льдом. Тебе ловить буду. Не ловить. Не, еще тут рыбачить. Что, упустил, что ли? Нет, вон он же. А, только горловина, чтобы этот лед не перекрыл. Угу. Влезла. Опа! Ловись, большая. Так, рыба. Ну. Нормально увидел? Так стоит под 45. Надо нормально положить. Не-не-не. Надо выпрямить это дело. Все должно быть параллельно. Все, пускай. Все, супер. Меточку. Бам, все. Все, отлично. Вот так. Сколько? Через два дня приедем? Или я больше? Завтра заберу. Завтра надеюсь. Приедем. Да. До скорых встреч. Увидимся. Никогда не болейте. До свидания.
Да, да, да. Вот, вот, вот эти штуки будут замерзать долго-долго. Там же течение будет подмывать. А если бы эти поля нормально было бы продвинуть. Ну, да, хорошо, ага. Где-то 1 км/ч идет, видишь, да? Да, где-то так. Так что он еще не встал. Это нам на руку, ладно. Давай.